От Ставрополья до Улан-Удэ в краевом центре сегодня собрались главы и депутаты из разных регионов страны. Это члены Союза представительных органов муниципалитетов России. Руководители местного самоуправления обмениваются опытом, делятся идеями, решают ряд важных вопросов. В этот раз заседание проходит в самом благоустроенном городе страны. Как повторить такой успех на местном уровне? Позитивный опыт развития Ставрополя и стал одной из главных тем повестки. У нас на каждом заседании мы формулируем один вопрос ключевой повестки дня. И выбор не случайный, потому что, как известно, город Ставрополь победил во всероссийском конкурсе название «Лучший благоустроенный город Российской Федерации».